Подрядчикам, которые накануне укладывали асфальт во время дождя и мокрого снега на улице Ленина в Новосибирске, за работу не заплатят, заявил сегодня заместитель начальника управления автомобильных дорог мегаполиса. Ничего не получат и другие организации, что в непогоду ремонтировали проезжую часть и тротуары. Сразу могу сказать, тротуары по Волочаевской также. Самолично было замечено. То, что асфальт укладывали на щебень, покрытую снегом. Будет та же ситуация. Не оплачено будет ни копейки, и подрядчикам, скорее всего, будет пожата, скажем так, рука. Молодцы, спасибо. Это будет подарки городу за их счет. И сегодня же чиновники рассказали, как готовят к зиме снегоуборочную технику. В этом году снова дефицит. Областному центру не хватает почти 1000 спецавтомобилей, грейдеров, тракторов, самосвалов. Парк обновляют медленно. Например, до конца декабря введут в строй только 10 мини-погрузчиков и столько же комбинированных машин. И в сильные снегопады работать обещают круглосуточно. Песок на дорогах уже не применяют, улицы будут посыпать реагентом «Бионорд». Опасения водителей, якобы из-за этого антигололедного средства ржавеет кузов, напрасны, утверждают эксперты. Это ошибочное мнение по той простой причине, что в применяемых смесях, если мы берем, допустим, реагенты Бионорд, такое количество ингибиторов антиржавчины, что в априори данная смесь не может вызывать обильных коррозий на металлических поверхностях.